Когда я приступаю к новой разработке, я всегда советуюсь с Ромой. Мой друг постоянно повторяет мне, не стоит делать ничего для людей с выраженными нарушениями зрения без их участия. Я начал разрабатывать устройство в 5 классе. Сначала я сделал термометр для слепоглухонемых, затем трость, которая предупреждает о препятствиях, и очки, позволяющие ориентироваться в пространстве. Сейчас я участвую в программе Intel «Раскрываем таланты в каждом» для молодых ученых. Я рад, что у меня есть возможность воплотить свои идеи в жизнь благодаря программе Intel. Инженеры часто помогают мне советом, и у меня появилась возможность работать на плате Галилео. Эта плата обладает высокой вычислительной способностью благодаря процессору Intel. Сейчас я работаю над планшетом, основой которого является рельефно-точечный тактильный шрифт. Этот планшет позволит слабовидящим людям не только общаться в социальных сетях, быть в курсе последних новостей, но и работать с программным обеспечением. Для меня важно понимать, что я не одинок в своем стремлении помогать людям. Я часто вижусь с другими молодыми изобретателями, и мы можем поделиться своими мыслями. Это значительно помогает мне в разработке моих устройств. Мне кажется, что поддержка очень важна в начале пути.